флагом. И снова под руководством Барбары Фазарполи выступает Барбара Сильна и Юрий Куракин. И вот мы посмотрим, насколько же сильно понравится Барбара Сильна публике и насколько Юрий Куракин будет оттенять партнершу. Барбара с Юрием уже отличаются от конкурентов. Публике понравилось? Понравится ли судьям? Во всяком случае, на том специальном электронном табло, которое нам доступно в онлайн-режиме, австрийцы получают 3-4 уровень за каждый из элементов. Ну, собственно, сегодня техническая бригада, по-моему, ничуть не менее благожелательно настроена, чем во время короткого танца, когда лидеры получали лишь только за дорожку 3-й уровень, за все остальное 4-й. И очень похожая картина сейчас вырисовывается и в произвольном. Если уже в первой группе участников спортсмены получают 3-й, 4-й уровень, но, во всяком случае,
Барбара Сильна и Юрий Куракин однозначно выходят на первую строчку, потому что у лидирующих в настоящий момент Каролины Маскени и Адама Лукаша лишь только первый уровень за Твизлы. У Элисон Рид и Василия Рогова второй уровень за дорожку по кругу. А вот что касается третьих, то они не допустили подобных срывов. И пока у них только третий и четвертый уровень за все элементы. Плюс ко всему еще и на небольшой плюс, как правило, от арбитров. Таким образом, сейчас впервые в карьере Барбара Сильна, а ведь она сильно понравилась публике, согласитесь, вместе с Юрием Куракиным, который ей отчаянно помогал, могут набрать больше 80 баллов за произвольный прокат. Если арбитры, конечно, не поскупятся. Но арбитры — это такие люди. В отличие от тех бригады, могут и устроить спортсменам веселую жизнь. Вот та самая серия твизлов. Вторая секция. Хорошо, параллельно, реберно. И, пожалуйста, четвертый уровень. Представляете, еще в нынешнем сезоне за свои несколько провокационные твизлы в пистолетике Александра Степанова с Иваном Букиным несколько раз получали аж первый уровень. Первый. Тогда как австрийцы получают четвертый. Так, бал сняли, передержали поддержку, плюс ко всему диагональная дорожка, второй уровень оказалась. Но в любом случае это лучше, чем у предыдущих спортсменов. По уровням, а по оценкам в итоге нет. Не дотянули, не дотерпели Барбара Сильна и Юрий Куракин. Были они на 18 месте, и сейчас они занимают третью позицию, ну, то есть ниже 19-го не опустится, выше 18-го не поднимется. Такие пироги.